Эти животные бессмертны, вы будете удивлены, ведь помимо очень долго живущих птиц и летучих мышей, существуют и животные, почти не подверженные старению, являющиеся потенциально бессмертными. Список открывает морской деликатес, растущий всю жизнь и не стареющий из-за постоянного обновления всего организма – лобстер. Так, кстати, может и морской окунь. Существуют также и организмы, способные буквально обратить старение вспять, быстро вернув себя в изначальное состояние. Это медуза Turritopsis dorneal и более простая по старению морская губка, самая старшая из которых имела возраст в 11 тысяч лет. Полностью же не стареющим в воде являются гренландские киты и моллюски, а к наземным бессмертным относятся медлительные и вообще не стареющие черепахи, кроты, голые землекопы и даже крокодилы, которые, кстати, могут почти не есть для существования.